Лежит тут, я там была, да, вот видишь. Улица, он его втащил, что ли? Да. Он втащил его в дом? Конечно. Он втащил. У нас по территории. Участковый есть здесь на месте? Он просто либо бил дулом, либо просто стрелял в упор. Там находится труп, где просто улица нет. Половина людей находились на улице, которых он сразу же убил. Половина в доме. Зашел, убил сразу семейную пару. Потом убил 92-летнюю бабушку, ветерана войны. А я успела спрятаться просто под одеяло. Мне чисто повезло, хотя он заходил в комнату 2 раза. То есть он искал, он целенаправленно ходил убивать? Он не знал, что я есть. Он просто смотрел, есть ли кто-нибудь. И я видела, как я слышала, видела, когда он труп перетаскивал. Я видела, как он добивал, как хрипели все. Я все слышала, как потом эта мразь руки мыла. Я все это слышала. Я видела, как он убил 2 людей. Я видела. Он стрелял где-то здесь. Мы же там, а сожительность чем занимается? А здесь каждый год бываешь или как? Они маленькие, что ли? А живут один. Я охрана. Да, мы можем, 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 да, мы можем